Друзья, всем привет! Не обращайте внимания на мою маску. У нас как апокалипсис, в принципе, каждый день. Сегодня очень плохое качество воздуха и вынуждена носить такие средства. Кстати, я, если честно, до последнего вообще не понимал, зачем же это нужно. Но вот сегодня я понял, что действительно лучше одеть. Ну ладно, не будем об этом. Сегодня мы произведем первый запуск Mavic Air, посмотрим, как он летает и что собой представляет. В общем, сейчас запустим. Температура воздуха где-то градусов 5, ветер не сильный, так что все условия для того, чтобы он себя показал, есть. Ну что, посмотрим. Это своими глазами, этот первый полет. Ну что, друзья, я могу сказать, что я просто под впечатлением. Первое, что действительно бросается в глаза после владельца Фантома, это звук. То есть, насколько он тихий. Второе, это маневренность. То есть, насколько он быстро поднимается, опускается, движется вверх, вперед, влево, вправо. Скорость... Для такого устройства 68 км в час, хоть мы и не летали еще 68 км в час, но 40 максимум разгоняли, то есть он разгоняет ее очень быстро. Протестили новую функцию астероид, вы сами видели ее, когда он поднимается вверх и начинает фотографировать все вокруг и потом возвращается к тебе. То есть, ну, действительно функция очень даже четкая. Протестили APAS. Ну, APAS я могу сказать, что, видимо, я что-то не понял, либо пока я не освоил, либо лыжи не едут. Но когда я подлетел к дереву, он просто остановился и стоял. То есть ничего он не облетел. Ну, будем надеяться, что это все-таки мой первый полет, и я наловчусь. Если вы путешественник, либо ведете активный образ жизни, либо живете за границей, и вам неудобно таскать громоздкую аппаратуру, то этот вариант, он просто действительно супер. Первый запуск Air прошел успешно, так что присоединяйтесь к DJI сообществу и снимайте все, что вас окружает с высоты птичьего полета. Что, до следующего выпуска. Пока!